Временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев усилил контроль за реализацией национальных проектов в Чувашии. Особое внимание уделяется строительству крупных объектов с большим объемом финансирования. Совещание в формате видеоконференц-связи по строительству очистных сооружений в поселке Вурнары прошло сегодня в Доме правительства. Насколько я понимаю, все-таки вот в систему должны сбрасываться предварительно очищенные воды. Прежде всего, речь идет о хозяйствующих субъектах, да, которые находятся на территории, прежде всего, поселка Вурнары. Вот с этим вопросом как-то решается? Олег Алексеевич, вы абсолютно правильно вот поднимаете проблему. Ну, если небольшой экскурс такой, да, вот действительно в Вурнары поступили разово благодаря нацпроекту 406 миллионов рублей. Это очень значимо, и решается давняя проблема поселка Вурнар, то есть это очистные сооружения и введение вот канализации. На сегодняшний день по, скажем так, строительно-монтажным работам вопросов нет. Мы выезжаем с подрядчиком постоянно в контакте, то есть и отслеживаем ход ведения работ. Но возникают вопросы по дальнейшей эксплуатации объекта и самих уже сетей. Согласно нормам водоотведения, то есть те предприятия, которые планово должны будут быть подключены к канализационным сетям, должны доводить свои стоки до нормативных значений.